Пенсионный фонд автоматически продлит пенсии по потере кормильца и ежемесячные выплаты из материнского капитала. Документы, которые подтверждают право на получение этих мер поддержки, предоставлять не нужно. Совершеннолетним, которые получали пенсию по потере кормильца, выплата будет поступать автоматически вплоть до 1 июля. Поддержка семей с низкими доходами из маткапитала будет действовать до 1 октября. Также в пенсионном фонде предусмотрен особый режим работы с новыми заявителями. Напоминаю, опять же, что все клиентские службы в Тюменской области пенсионного фонда работают в новом режиме только по предварительной записи. Соответственно, подать новое заявление, если возникает право, здесь обязательно, если человек зарегистрирован на ЕСИ, то есть имеет доступ на госуслуги в личный кабинет, то есть подать электронно. Соответственно, если гражданин не зарегистрирован, он также через сайт, либо через телефоны горячей линии записаться предварительно на прием и подать заявление уже в клиентских службах.